Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам расскажем про какао тертое. Какао тертое – это тот самый ингредиент, без которого невозможно приготовить настоящий шоколад. Изготавливается он путем предварительного обжаривания и измельчения какао-бобов. Они измельчаются в однородную массу, которая затем выливается в плиты и застывает. О пользе какао тертого мы знаем, что оно сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает кровообращение мозга, является мощным источником антиоксидантов, укрепляет иммунитет, вырабатывает гормон радости и является отличным антидепрессантом, увеличивает вашу работоспособность, улучшает память. К сожалению, какао тертого достаточно много, но самое главное – это приготовление домашнего шоколада. Для того, чтобы приготовить домашний шоколад, нам потребуется одна упаковочка какао тертого и буквально грамм 25-30 какао масла. Какао масло мы топим на водяной бане до однородной массы, затем добавляем туда плиточки какао тертого. Они также при водяной бане растапливаются. Полученную массу мы выливаем в силиконовые формочки, украшаем орехами, сухофруктами, возможно, добавляем какие-то подсластители и отправляем в морозильник. Через 20-30 минут мы можем подавать к столу настоящий домашний шоколад.